Добрый день, меня зовут Ирина, я представитель отеля Palm Beach Resort. Сегодня я вам представлю наш замечательный отель, который расположен на берегу прекраснейшего Красного моря. Отель был открыт в 1998 году. Наш отель расположен в 12 километрах от аэропорта, в 7 километрах от старого города Дахар и также в 25 километрах от большого гипермаркета Сенза. В отеле мы имеем 2 ресторана и 4 бара. Один бар у нас главный, расположен он на ресепшене. Он работает без перерыва. 2 бара у нас расположены возле бассейна. И один бар расположен на пляже, в котором подаются свежевыжатые соки, мороженое в течение дня. Отель у нас состоит из 6 зданий. В этих зданиях есть такие номера категории, как стандарт, стандарт с видом на сад, стандарт с видом на бассейн, стандарт с видом на море. В главном здании расположены 40 номеров с прекраснейшим видом. Вы сейчас, может, видели фотографию с прямым видом на море. В других 5 зданиях расположены номера стандарт на двоих, стандарт на троих и семейные номера. Стандарт на двоих включает в себе номер с одной большой кроватью либо двумя отдельными. В номер доставляется только одна дополнительная кроватка для деток. В комнате имеется ванна либо душевая кабина. Телевизор, телефон, холодильник пополняется каждый день одной бутылочкой воды. Также номера есть с балконом, с террасой и с окном. С окошком номера относятся к категории Promo Room, то есть обычный стандарт без вида, то есть вид будет во внутренний двор, либо на соседнее здание, то есть не будет сада, бассейна, либо моря. Поговорим о пляже. Пляж 180 метров протяженностью, песчаный, пологий, плавный заход, без обрывов, без камней, без кораллов, то есть специальной обуви не нужно. То есть идеальный пляж, который подходит для семей с детками, с маленькими, не нужно бояться за деток, пологий песчаный вход. Также подходит он для людей с ограниченными возможностями передвижения. То есть плавненько зашли, и все, никто ничего не боится, что где-то можно упасть, порезаться, повредить. Специально обуви не нужно. Также на территории отеля расположен спортивный зал. Можно бесплатно им пользоваться в течение дня с 7 до 7 вечера. Только специальную обувь обязательно с собой нужно взять. В шлепках как бы нежелательно заниматься, так как можно себе навредить. Сейчас вы можете увидеть на слайде фотографию сверху. То есть вы можете увидеть здесь главный бассейн. Второй бассейн с двумя горочками, который подогревается в зимний период. Бар при бассейне один и бар при бассейне другой. Это карта отеля, то есть вы можете также сама увидеть, что отель расположен 12 километров от аэропорта до старого города Дахар 6 километров, до центральной улицы Шератон, то есть, как ее называют, Сакала, 15 километров, до Льгуны 20 километров, и Сен-Замон находится в 30 километрах от отеля. Карта отеля, как размещены все здания, то есть имеется главное здание, отмечено на карте буковкой М, и все остальные 5 зданий. Категории номеров, стандарт, повышенная категория, реновированные номера Superior и Family. Имеются номера с большой одной кроватью, с двумя отдельными, тремя отдельными для троих взрослых людей. Это представлен номер в главном здании с прямым видом на море и бассейн. Двухместный номер с двумя отдельными кроватями. На данном слайде показан номер Family с прямым видом на море. Это Family у нас состоит из 2 комнат. Одна комната с одной большой кроватью, вторая комната с 2 отдельными кроватями и прямой вид на море. Межкомнатная дверь присутствует. На данном слайде представлен номер 3-местный для 3 взрослых. Это реновированный номер категории Superior.
На данном слайде представлен номер категории «Стандарт» на двоих. На данном слайде вы можете увидеть номер категории «Промо». Обычный стандарт с окошком, то есть французское маленькое окошко с маленьким балкончиком. То есть в категории «Промо» нет балкона и террасы, только французское окно, как вы можете увидеть на данной фотографии. Здесь вы можете увидеть «Family Room», семейный номер, сразу две комнаты. То есть одна с одной большой кроватью, другая с двумя отдельными кроватями и прямой вид на море. Номера были только отреновированы в этом году. Данное здание открыто буквально 2 месяца назад. На данном фото вы можете увидеть 2 номера с двумя отдельными кроватями и другой номер с одной большой кроватью с межкомнатной дверью. В отеле 5 зданиях, в общем 91 межкомнатная дверь. Если гости желают размещаться рядышком, они могут открывать эту межкомнатную дверь и пользоваться номером как семейным, то есть двухкомнатным. У нас в нашем отеле имеется 2 ресторана. Один ресторан работает на завтрак, обед и ужин. Второй ресторан мы открываем как а-ля карт. На данный момент мы имеем 2 кухни. Это итальянская и азиатские кухни по предварительной записи. На данных слайдах представлен главный ресторан. Данный ресторан – это а-ля карт «Палаврио». Наш главный бар, в котором можно отдохнуть после экскурсии, либо в ожидании экскурсии, либо трансфера в аэропорт. Можно поиграть в бильярд. В нем расположена маленькая библиотека с книгами, можно взять, почитать. Также в зимний период в нем проводится вечернее шоу. Главный бассейн. При нем у нас есть пристроечка, в которой располагается снэк-бар. В течение дня можно полакомиться хот-догами, картошкой фри, пиццей. В вечернее время, в летний сезон, мы открываем его как обычный ресторан. То есть гости имеют выбор поужинать в главном ресторане в закрытом помещении, либо на свежем воздухе в данном снэк-баре. Наш второй бассейн с 2 горочками, 2 джакузи. В зимний период подогревается водичка. Горочками можно пользоваться и взрослым, и деткам. Второй бар «Ла Сиеста», который расположен возле второго бассейна. «Шиша Корнер» мы имеем на территории отеля за дополнительную плату еще кальянную. Гости, которые любят покурить кальян египетский, попить кофе, чай, они всегда могут расположиться вечером и приятно провести время. Наш пляж 180 метров протяженностью с пологим заходом, песчаным, без кораллов, без обрывов. Так он выглядит сверху. Как видите, я покажу стрелочкой, вот это вот все наш пляж. И отдельная, как маленькая бухточка тоже, она относится к нашему отелю. Зонтики, шезлонги, полотенчика, все предоставляется для наших гостей бесплатно. Детский клуб работает ежедневно, без выходных, для деток от 5 до 12 лет без присмотра родителей. По записи родители могут оставить детей и спокойно пойти отдыхать, делать свои дела, спать, заниматься спортом, ездить на экскурсии. Детками занимаются аниматоры русскоязычные. Это наша детская площадка. С правой стороны вы можете увидеть волейбольное поле, которое также расположено на территории отеля. И активити с анимацией, которая производится в главном бассейне в летний период, в зимний период, во втором бассейне с подогревом. Зарядка, йога, акваэробика, вечернее танцевальное шоу, шоу акробатов, детская дискотека. И наши магазинчики тоже расположены на территории отеля. Магазин масел, кожи, мини-маркет. Так что я надеюсь, вам понравилось наш отель. Я прошу прощения, в первый раз у меня это вот происходит. Может быть, где-то что-то не сложено. Если у вас будут какие-то вопросы, всегда вы можете задать их по электронной почте. Электронную почту мы вам оставим. Теперь ваши вопросы. Когда в отеле осуществлялась реновация? Полная реновация происходила в 2015 году. После нее у нас было реновировано главное здание.
реновация закончилась полностью, главное здание было отреновировано в 2020 году. То есть все номера полностью были отреновированы. Также здание на карте вы могли видеть, здание С. Мы его открыли только вот пару месяцев назад, тоже все номера были полностью отреновированы. Есть ли в отеле подогреваемые бассейны? В отеле подогреваемый бассейн, второй, маленький, с двумя водными горочками. В зимний период, начиная с конца ноября до марта месяца, подогревается вода до 26 градусов, соответственно, при какие погодные условия. Если жарко, то подогрев отключается. Если ветрено и холодно, подогрев всегда включен. Третий вопрос. В номерах был косметический ремонт. Номера все обслуживаются постоянно, что-то подкрашивается, как бы номера пользуются, изнашиваются, что-то подкрашивается, как я уже вам сказала, что два здания были отреновированы полностью. Одно здание в 2020 году и здание С на карте отеля в этом году было открыто, то есть номера полностью свежие. Четвертый вопрос. Насколько выражены приливы и отливы? В нашем отеле отливы не чувствуются абсолютно. У нас немножко другая проблема, на нас море наступает. Уже становится пляж из-за того, что море прибывает на нас. Это центр города, есть куда выйти, рядом имеется инфраструктура. Отель расположен в 7 километрах от местного рынка Дахар. Старый город его так еще называют. Это около 7-8 минут на такси. Возле отеля инфраструктуры так таковой нет. Есть небольшие магазинчики. Если уйти от отеля вправо где-то 1,5-2 километра, можно найти магазинчики, кафешки. Кто не против пройтись немного, могут найти себе развлечения. Шестой вопрос. В какой категории номера можно поселить двоих взрослых и двух детей? Для детей, то для семей с двумя детьми мы рекомендуем бронировать категорию семейного номера. У каждого члена семьи будет спальное место. Если гости бронируют стандарт на двоих плюс дополнительное размещение двоих детей, это будет три спальных места. Это будет стандартная комната на двоих, одна большая кровать, либо две отдельных, плюс одна дополнительная кровать на двоих деток. То есть один ребенок будет спать с родителями. Для деток, то для семей с двумя детками, тремя и более, мы рекомендуем бронировать категорию семейного номера, так как каждый член семьи будет иметь спальное место. Либо два стандартных номера и сделать запрос на номера с межкомнатной дверью. То есть у гостей будет простор и удобство в размещении. Седьмой вопрос. Wi-Fi в номерах есть? Wi-Fi номера есть за дополнительную плату. Стоимость одной недели безлимитного подключения к Wi-Fi – $20 на данный момент. Цена может меняться. Wi-Fi бесплатный на ресепшене для просмотра таких сетей, как Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram. Для загрузки Wi-Fi не работает. Если у кого-то есть желание скачать игру, фильм и тому подобное, это закрыто. То есть можно написать сообщение, позвонить, скачать, ничего не можно будет на ресепшн. Восьмой вопрос. Какое здание открылось? Как отличать категории номеров? На карте отеля вы можете увидеть название зданий. Есть главное здание буковкой M, Main Building, да, отмечено. Оно отреновированное. И здание C. Это категория в двух зданиях. Это расположенные номера Superior называются, то есть реновированные полностью номера. В здании А, Б, Е и Д реновации пока не было, и они разделяются между собой как стандарт с видом на сад, стандарт с видом на бассейн, стандарт с видом на море. Девятый вопрос. После чекаут браслеты срезают и обед не предоставляется. По системе все включено. Первый день гости заезжают в 2 часа дня. Первый день включен обед и ужин. Последний день выезд из номера производится в 12 часов. Последний день включен только завтрак. Если в первый день гости прибыли в отель поздно и не попали на обед и выезжают позже, то обед переносится на последний день. Если гости приехали рано утром,
и они не попадают на завтрак, соответственно, так как первый день начинается с обеда, они могут за дополнительную плату приобрести себе завтрак. Так же самое в последний день, если они уезжают позже, и в первый день у них был обед, то обед можно забронировать заранее, оплатить и пообедать до выезда из отеля. 10-й вопрос. Предоставляются ли а-ля-карт рестораны? У нас есть один а-ля-карт ресторан. По определенным дням определенная кухня. На данный момент у нас имеется две кухни, азиатская и итальянская. По предварительной записи с администратором отеля, то есть гости приходят, резервируют на определенную дату, определенное время. Пожалуйста, все бесплатно, все включено. Главное забронировать. 11-й вопрос. Как в целом можно характеризовать питание? Чем кормят из мясных блюд? Фрукты, десерты, морепродукты. Питание четверочка. Всегда присутствует курица, говядина, рыба. Морепродукты у нас включены также по определенным дням. Фрукты всегда имеются сезонные фрукты, в зависимости от сезона, какой сезон в Египте, каких фруктов. Фрукты всегда присутствуют. Так же самое гарнир – это рис, макароны, картошка в разном виде. 12-й вопрос. Получается, кораллов вообще нет? Кораллового рифа возле нашего отеля нет. Получается, 13-й вопрос. Всем хватает мест на пляже? Если гости рационально используют лежаки, то есть не бронируют возле бассейна, семья из 5 человек бронирует возле бассейна 5 лежаков и 5 лежаков бронируют на пляже, то места достаточно всем. Как и во всех отелях, существует немножко такая проблема, когда гости бронируют с самого утра лежаки и там, и там. Наличие гостей там, 500 человек в отеле, 1000 лежаков занято, так как они дублируют себе вот таким образом места. Мы стараемся это контролировать. В отеле запрещено личными вещами резервировать лежаки, поэтому даже в летний период достаточно лежаков. Не было такого, чтобы кто-то остался без лежака. 14-й вопрос. Насколько активна в отеле анимация? В отеле анимация софт. Присутствуют все такие активити, как акваэробика, йога, утренняя гимнастика, йога, дартс, боча, волейбол. Гостей за ногу никто не вытягивает, но также на пульсе держат руку. То есть каждый, кто заинтересован в развлечениях, они их получат. Кто хочет отдохнуть, тот отдохнет. Анимация ненавязчивая. 15-й вопрос. Для какой категории гостей подойдет отель? Семейной молодежи будет скучно. Отель семейный, отель для размещения пар, семей. Для молодежи может быть скучновато, но есть такие вот развлечения, как выезд в город с анимационной командой на дискотеке. Отель в основном для семей. Какая температура сейчас в море? Комфортно купаться? Температура воды 23 градуса. Ветер сегодня маленький, поэтому купаться очень комфортно. Вчера был ветер очень сильный, выходить было очень сложно, поэтому было невозможно купаться. Зависит от ветра. Температура Красного моря не падает ниже 20 градусов. 17-й вопрос. Какую категорию нужно бронировать, чтобы попасть в здание С? Нужно бронировать категорию Superior. И в зависимости, какой вид вы хотите получить из номера. В здании С есть номера категории Superior с видом на сад, Superior с видом на бассейн и Superior с видом на море. То есть первый, второй, третий этаж соответственно. Здание без лифта. Если у кого-то есть проблемы с передвижением, то есть ограниченные там, с ножками проблемы, лучше данное здание бронировать только с видом на сад. Там хорошо будет располагаться, потому что доступность ко всей инфраструктуре отеля. 18-й вопрос. Лежаки в отеле новые? Лежаки в отеле обновлены. Возле бассейнов пластиковые лежаки, на пляже лежаки деревянные, но они обновлены полностью. 21-й вопрос. Ежей или какой-то опасной фауны нет, можно без специальной обуви купаться? Ежи есть, они располагаются в тени марины, то есть с левой стороны от пляжа они вот вдоль марины располагаются. Будет опасно только если будут купаться гости ночью, что запрещено по всему Красному морю.
ночное время запрещено купаться, потому что ежики из тени выплывают вдоль всего моря. 22-й вопрос. Какой в отеле алкоголь? Насколько качественный? До скольки можно выпить? Система «Все включено» работает с 10 утра до 12 вечера. Все алкогольные напитки местного производства. То есть можно выпить с 10 утра до 12 вечера. 23-й вопрос, заключительный. Пляж бухтового типа, закрыт от ветров зимой. Пляж не бухтовый, пляж открытый полностью. Если будут дополнительные вопросы, что-то будет интересовать, нужна будет дополнительная информация об отеле, всегда рады ответить. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на почту отеля. Да, рады ответить, помочь с размещением, если какие-то дополнительные вопросы будут. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады помочь. И прошу прощения, если что-то у меня не гладко вышло, так как это был у меня первый такой вот вебинар. Благодарю, всего доброго вам. Пожалуйста, если будет желание, приезжайте, всегда встретим, разместим хорошо. Меня зовут Ирина.